Застали мы Галю за подготовкой к следующей паре по информатике. По ее словам, это одна из любимых ее дисциплин. Готовит предмет всегда очень старательно. Да и вообще, учеба в колледже ей дается просто, потому что нравится. И на учителей Галина произвела положительное впечатление. Это первокурсница. Она является студенткой группы, где я являюсь классным руководителем. Я могу сказать о Гале, что она у меня является старостой группы. Она хороший организатор. Хорошая ученица, и не просто хорошая, а отличная. Относится ответственно ко всем мероприятиям, ко всем заданиям, которые мы ей даем. Поэтому Галя уже, хотя короткий промежуток времени, но показала себя с очень хорошей стороны. Галя учится на отделении строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В свободное от учебы время занимается верховой ездой и посещает театр «Брависсимо». Сейчас, на данный момент, я занимаюсь только театром. Мне это интересно, я занимаюсь уже второй год в театральной студии «Брависсимо», и мне это очень нравится. Принять участие в конкурсе Галя хотела уже давно. Для нее, как для человека активного, это еще одна ступень в самосовершенствовании и проверке своих сил. До конкурса остаются считанные дни, подготовка идет в усиленном режиме. Но, по словам Гали, это для нее не проблема. От репетиции она получает удовольствие. На конкурсе «Мисс Конакова 2014» Галина выступает под номером 3. А как известно, Бог любит троицу.